Да-да. И сегодня я хочу вам сказать, что я решила сделать такую рубрику. Ну, я не знаю даже, как это назвать. Поэтому, короче, вы в комментариях пишите, это как бы можно моего, как бы, мою одежду моего персонажа. Или зайди на мой канал, посмотри моих ос. Там, я возьму вашу одежду и... Короче, сделаю на своего персонажа, вот которая Олеся. Вот, я буду как бы на YouTube выкладывать свои ролики с голосом, как я делаю вашего персонажа. Извините, если я не каждого заметила, но я постараюсь сделать всех. И вот. Я думаю, классно получится, что как бы ваша одежда, вашего персонажа на моем. Вот. Ну а сейчас я делаю просто персонажа. Хотя нет, давайте я вот на этом персонаже буду делать. Вот на этом, да. Так, блин. И вот, мне кажется, вообще классно должно получаться. Вот. Так, делаю я такого котика. Пока я перейду к тому, что я делаю котика этого. О, вот так. Вообще, я не особо персонажей прикольных делаю. Ну, мне кажется, я классно делаю все-таки. Вот я сделала сегодня. Вот. Я клипы с ними делала. Вот Кирилл. Вот я. Вот. Короче, это все парочки. Вот по цветам парочки. Тут еще... Блин, короче, я вот это делаю. Я не знаю почему. Хотя да, девочка. Все, так вот тут что не делаем. Короче, вот, да, вы напишите в комментариях, что вы хотите. А я пока вот тут делаю. Да, я, кстати, делала это также. Идеи для ОС тоже можете посмотреть на моем канале, если вам интересно. Я советую вам свой канал. Ну, конечно, я как автор канала это говорю. Но все равно, если вам понравится, подпишитесь. Вот. Также я иногда буду делать, как бы, всякие идеи для персонажей. И вот. Так что вот. У меня, короче, больше нет слов. Так что на этом все. Пока, ребята.